поправить свое здоровье, покататься на лошадях и просто хорошо провести время. В Таразе открылся первый реабилитационный центр ипотерапии для детей с ограниченными возможностями. В сутки центр смогут посещать до 60 ребятишек с диагнозом ДЦП и врожденными патологиями опорно-двигательного аппарата. Что очень важно, лечиться малыши будут абсолютно бесплатно. Тяжкий труд, собственные сбережения и помощь неравнодушных предпринимателей. Так появился центр «Зербулах». Год назад социальный проект был только идеей молодежного общества инвалидов. Сегодня здесь помощь больным детям оказывают обученные инструкторы, высококвалифицированные психологи и лучшие специалисты по ипотерапии. Год назад начинал с одной лошади. Сейчас их уже 4 и есть большой земельный участок. Спасибо спонсорам, предпринимателям, которые нас поддержали. Больше всего новому открытию радуются дети. Сегодня реабилитацию здесь проходят свыше 60 ребятишек с инвалидностью в возрасте от 4 до 14 лет. 20 минут в день, говорят их родители, творят настоящие чудеса. Наш ребенок, к примеру, не мог самостоятельно сидеть. За парту сажали стулья. Трудом, а велосипеда и вовсе боялся. Сейчас все изменилось. Благодаря ипотерапии за партой сидит уверенно. Научился прямо ходить. Ноги стали крепче. Ипотерапия, которую в древности использовали в качестве вспомогательного средства для лечения тяжелых недугов, действительно помогает. Ее уникальность в гармоничном сочетании физических приемов и благотворного воздействия на психику пациента. Ипотерапия – это одно из эффективных направлений реабилитации детей. Так как у нас дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, то в физиологии видно, что у них очень слабые мышцы, координация движения нарушена. И как раз ипотерапия дает возможность укреплять эти мышцы. Лошадь по своей природе намного выше температуры. Когда ребенок катается на ней, то разогревается, и все мышцы разогреваются. Перечень диагнозов, с которыми готовы работать специалисты центра, год от года будет расширяться. Здесь строят и другие планы. К примеру, намерены построить рядом с Зербулаком настоящий этноаул. Новый проект будет направлен на пропаганду и сохранение национальной культуры и традиционных ценностей. Арки Абдуалиева, Райхан Тажибаева, Руслан Бахтпекулы, Тимур Сиилхан, Рауан Байкенже, 24 КИЗ, Тарас.